17 человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Киевской области. Пламя быстро охватило все строение. По предварительным данным, внутри находились 35 человек. 18 из них удалось спасти. Пятеро в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. По одной из версий, причиной возгорания мог стать взрыв телевизора. Известно также, что этот дом престарелых был нелегальным. Ни полиция, ни местные власти не знали о его существовании. И вот в Нижегородской области России в результате несчастного случая во время салюта погибла 64-летняя женщина. Еще семеро человек пострадали. По словам очевидцев, один из зарядов фейерверка упал в толпу и взорвался. Однако есть и другая версия. Пиротехнический заряд попал в световую опору и затем отскочил в толпу. По факту возбуждено уголовное дело.